Приветствуем. Видимо, мои мечты о буре останутся мечтами. Все же придется изучать лесопилки, дабы рубить лес. Да и уголь скоро может начать заканчиваться, но на уголь у нас еще запасы есть. А вот с лесом все не так радужно. Да, по идее, пока что лесопилка и остается. Да-да, бездомные. Ну, пусть ждут. Будем надеяться, они не помрут. Да, много дел. Ящики древесины истощились. Осталось только вот это вот. Да, всегда можно полагаться на то, что мы еще вот... Ой, кстати... Обогревателя нужно включить обратно. И... Да, есть что изготавливать. Включаем кухню. Обогреватели тоже включаем. 8 бездомных, блин. Что? На складе мало места? А, это он про уголь. Ну, это еще ничего страшного. Так, изготавливаю то, что мне надо. Но уже израсходовали все, поэтому пока что выключаем. Здесь, наверное, еще не скоро все это добудут. 1/10 ядра в час не добывают. Жесть. Где? Какой? Что? Все? Только что говорил, что у него угля достаточно. Вы издеваетесь? Так, ладно. Ну, пока что на несколько дней хватит. Сносим. Мы... Хорошо, у нас есть ресурсы на лесопилку. Так... Надо как-то так вот поставить, чтобы вот, если не все, то многое захватывало. Вот, с улицы не граничат. Но это вообще не проблема. Так. И, кстати, вот эту вот часть улицы, наверное, тоже можно убрать. Блин, раньше эти истощились. Здесь ничего убирать нельзя. Все необходимо. Так, исследование. Столетийный вроде не нужно, а вот для добычи потребуется. Эх. Ну, давайте еще немножко древесины. Что случилось? Ох. Три дня с обычными сменами. Ребята, вы убиться хотите? А чё высокое такое недовольство, кстати? Они замерзать, что ли, начали? Три дня... Ладно, попробуем пока что пойти у них на поводу. Это не отменяет того, что нам нужно угледобытчику. У нас закончился ресурс древесина. Скажите мне, что новое. Кстати. Что тут? Мало места? Мало места у вас что? Наверное, он про уголь опять. Тащена куча угля. Это опять же где-то здесь. Ну,
Скоро там лесопилку достроят. Ну, видать, не в эту смену. Хорошо, займешь и пруд. Что ж такое? Заметный ты ландшафт. Так, исследовать. Угольная шахта, оползень. Продолжить. Ох ты ж, прям по пути. А какой... А, вот оползень еще есть. Объект техногенного происхождения. Мне надо давать тогда к нему сразу. Что они тут ползают так странно, а? Народ, что делаете? Я вроде еще никого рабочего... А, это они строят, наверное, тут. Или нет? А по дороге дойти, чтобы построить, не? Надо именно в обход? Странные люди. Показывает, что дорога еще не закончена. Ребята, пожалуйста, постройте дорогу, а? Стоп, дорога же есть. Почему он показывает, что нет дороги? Ничего не понимаю. Вот же дорога. А, теперь показывает, что есть. Нет рабочих. Так, стоп. Что у меня тут с рабочими? Они в основном едой сейчас заняты. Ладно, будем надеяться, они не съедят все. До того, как у меня заново начнет функционировать. Так, рабочие, рабочие. Да они, по сути, нигде больше не работают. Придется их перекидывать, значит, либо отсюда, либо с добычей пропитания. Если плюс сейчас идет потепление, они перестанут замерзать. И, быть может, даже не потребуется им обогреватель включать. Оползень. Гигантскую бетонную стену с большой дверью из толстой стали. Интересно, что это? Погребенные сокровища. Приложив усилия, мы открыли дверь в бетонной стене. Внутри обнаружилась кладезь промышленных сокровищ, подземный комплекс, где раньше находилась какая-то фабрика. Железное хранилище обнаружено. Блин, еще дальше. А, кстати, надо же домиком поставить. Или не надо? Не надо, надо. Блин. Как-то получается. Здесь. Ага, конечно. Не хватает две силы. По-моему, в прошлый раз я и по этому домику не поставил. Болеют, лечатся, лечатся, болеют. Стоп, инженер уже можно сюда назначить, идти. Я все заморачиваюсь. О, все, прекрасно, тяжелобольные пошли. Красота. Потом в дом опеки, значит, поддерживать им жизнь. Дом опеки, блин. О. Ребята, не паникуйте. Блин, конечно, не скоро лазарет у нас появится, надо будет дом опеки создавать.
Да что ж вы там мерзнете, а? Ну хотя да. Чему я удивляюсь? Да уж сегодня получше станет. Не так холодно. В смысле холодно дома? А, видать, когда прохладно, это все же считается слишком холодно. Непригодная пища, нехватка лечения. Ох, нехватка им лечения, понимаешь. Ну, сейчас посмотрим, если лесопил хорошо будет работать. Железное хранилище. Зазор между дверью хранилища и ее рамы достаточно широкий, чтобы туда можно было протиснуться. Внутри царит абсолютная темнота. Бесполезные богатства. Именно в этом хранилище лорды хотели сберечь как можно больше накопленных ими богатств. Но золота здесь почти нет. Если не считать древних ювелирных украшений и нескольких произведений искусства. Здесь лежат чудеса науки и знаний, аппараты, книги, газеты, письма. Не совсем понял. А зачем мы должны это оставлять? Или в смысле тут какие-то ценные аппараты, а мы их разобьем, чтобы получить ресурсы? Ну, допустим, поступим глупо и оставим. До угольной шахты один день топать. До пруда 9 часов. Так. Что мы изучаем, кстати? Угледобытчик. Да. Это полезная технология. Если я сумею к ней кого-нибудь приспособить. Покажите, что тут. Можно туда сильно не греть. Не-не, господи, пусть греется. Кухня. Включить. А то сейчас голодать все начнут. Это, наверное, тоже включить. И постепенно переходить на угледобытчик. Ну, скоро придут рабочие руки. С детьми, правда, но рабочие. Так, кстати, здесь я так видел только два места. Сейчас, минуточку. Технология. Пока еще нельзя. Два места под угольные шахты. Это здесь. Блин, было бы как удобно здесь поставить, как раз дорога есть. И где-то здесь еще был. Вот тоже угольное место. Раз, два, три, четыре. Сколько занимает склад ресурсов? По-моему, 4. Какой склад? Постдобыча. Ну, кажется, тоже 4. Поэтому есть шанс, что вот здесь вот он может подойти. Угледобытчик. Так, назад. Да, вполне себе. Как раз он на два поста рассчитан. У нас как раз подойдут рабочие. Отсюда снимем. И все на угледобычке вполне себе смогут работать. Так, стоп, сколько добыча стоит? 15 древесина. Сейчас только одним возведем. А, пусть они позволят. Тоже. Хоть что. Блин. Так. Опять поставил так, что не будет неудобно. Ладно. Что? Ах ты ж. Ладно.
Не, они меня точно помрут. Сколько раз я уже забыл исследовать все, что нам необходимо? И у меня по-прежнему 8 бездомных. Ящики истощены, остались только вот эти вот. И... А, быстрее, то есть они действительно распределяют силы. Это, честно говоря, не очень удобно. Будем надеяться, они рано или поздно раскопают вот эту гадость. Спокойно, спокойно. Болеть они тут не начинают. Точнее, продолжают. Ведь недовольство еще выказывают. Нехватка лечения. Наконец. Избавиться. Итого 10 рабочих, 8 этих. Здесь тоже функционируют ребята. Еще рабочие идут. Этих сюда. Этих сюда. Подойдут рабочие, перераспределим. Ну а пока что придется так, как есть. А, до пруда они уже должны были идти. 13 часов, угольная шахта. Ну уж оттуда мы точно направимся обратно в город. Что за звук опять был? Что, кстати, прекрасно. Температура существенно снизится на 2 уровня. Ох, да, как я мог забыть. Новоприбывшим же негде будет жить. Здесь не вмещаются. Раз, два, три, четыре. Но у нас нет древесины на то, чтобы поставить дорогу. Сейчас посмотрим. Если мы, допустим, уничтожим вот эту вот всю дорожку. Все равно сомневаюсь, что хватит. Так, здесь дотягивались, здесь дотянулись. Стоп, 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 стоп. Почему здесь показано, что он на дороге? А, я уже протянул. Вот здесь вот, да. Хорошо. Дом опеки. Принятие обязательства построить дом опеки. 30 древесина. Пока не трогаем. Так, свернул не туда белого ущелья. Бедняги точно погибнут, если мы не вышим разведчиков. Понятно. Да нам всех тут нужно спасать. Вон, детишки тут у нас где-то на изгибе тропы до сих пор обитаются. Белом ущелье кто-то. 48 этих. Сколько у нас уже 6 групп беженцев прибыло? А у нас уже места не хватает. У нас они тоже с той стороны пришли. Что это? Ну-ка, хорошо. Стройтесь, стройтесь. Ой, кстати. Или лучше не надо? Не, лучше не надо, наверное, все-таки включать. Что такое? Как? Вот же. А, или он еще не функционирует, в смысле? Так, ладно, 8 все еще бездомных. С ними я, скорее всего, ничего не смогу сделать. Да что ж вы болеете так быстро, а? Издеваетесь? Где тут эти законы?
Двойные пайки для больных, это, конечно, не особо поможет. У нас пайков не так уж много, и люди, скорее всего, голодать просто будут. Пациент около 9 часов. Хотя странно, 20, 20, 20, это 60 пайков. Сколько, сейчас, минуточку, по закону, там как получалось? Больше, так, тут не сказано, сколько больше людей. Ладно. А, 5 пищевых пайков из 2. И 4. А, всего лишь на 1? Ну, ёкаламане. Офигенная выгода. 60 этих. 120 еды. И плюс вот те вот по чуть-чуть. Сложно мне считать. Ну да, по идее не хватает. И изучить все это мы не можем, чтобы эффективнее действовать под свободных рабочих рук. Как отменить? Чертежи нам нужны. Иначе все. Какой закон только что был принят, я уже забыл. А, двойные пайки. Ладно, выздоравливайте быстрее, пожалуйста. Да что ж вы так быстро болеете? Это издевательство какое-то. Нехватка лечения, блин. Угольная шахта. Заброшенная угольная шахта, снег вокруг не тронут, воздух висит гнетущая тишина. Возобновить работу в шахте не получится. Ну, в прошлый раз нам это не потребовалось, и сейчас, скорее всего, не требуется, потому что создать аванпост, прислать ребят, и чтобы они потом уже таскали, это столько ресурсов у меня уйдет, что дальше некуда. Так, можно легко добычу ресурсов в шахте или разобраться все станки, чтобы получить немного полезного. Так, дерево. А почему стали нету? Или у них станки чисто из дерева были сделаны? Разобрать. Да, вот так категорично. И возвращаемся, наконец, домой. Эх. А, обычно рабочий не пошел. Да, все болеют. Лечить некому, некого, незачем и так далее. Нет. Так, что у нас тут есть? Где тут? Пост добычи. Ставим. Пост добычи. Инженеров отсюда снимаем. Ставим рабочих. Здесь рабочие тоже есть. Здесь рабочих назначим. Эх. Внушение санитарного пункта. Да, на 10% быстрее людей лечим, конечно. Стеной бур, да, обязательно понадобится. Отопление. Да, скорее всего, потребуется улучшение. Больше разведчиков. Вот и задачка. Теплица в игнор. Толку от них. До лазарета нам далеко. Ну, болеют они долго, да. Так, 20 древесин требует. Через день. Так что, наверное, пока что можно и... Проверяем, сколько тут еще ресурсов у них. Ну, в принципе, немало. Но я думал, что вообще нету. Ладно. Признаем ошибку. Значит, значит. Стену пока не трогаем.
Действительно, санитарные самые оптимальные сейчас смотрятся. Потом уже будем улучшать генератор. А, ну да, конечно, взял и начал. Давайте вас из древесины. Что? Санитарный пункт улучшаем. Так, чертежные доски. Ускоряемся. Так, что такое? Почему 20% эффективности? Рабочие. Не замерзают, что ли там? Ну, в принципе, да, замерзают. Ну, раз уж они уголь добывают, наверное, можно. Сейчас посмотрим, как мы... Да, пока что добываем больше, чем надо. Чем больше, чем расходуем. Так-то надо как можно больше. Другой вопрос, что нам бы еще и... санитарный пункт возвести, возможно, даже где-то здесь. И опять так получается, что либо домик, либо не, либо ничего. Так, если я поставлю здесь обогреватель, где он тут? Вот, допустим, здесь. Вот так, скорее всего, выгоднее всего. Потому что здесь и домики можно будет вместить. И санитарный пункт сбоку поставить. Так, где он тут? Здоровье. Слишком много болеют. Раз, два... 3, 4, 5, 6. Значит, санитарный пункт можно поставить где-то здесь. Инженер у нас есть, это плюс. Что там опять мне пишут? Вот, вернулись успешно в город. 6 ядер, 100 стали, 137 дерева, уйму угля. Давайте к каменному кораблю. Да-да. Пока мы этих вернем, пройдет очень много времени. Так, что у нас тут, инженеры? Вкалывайте. О, пайков хватает. Пища, конечно, некачественная, но что поделать. Кстати, это... вроде не замерзаю. Пациенты, давайте быстрее доходить на лечение. Я вас покормлю. Остальные скоро появятся. Как же долго они идут? Около дня, хорошо. Да ё-моё. Здесь покормить пока нельзя. И в следующий раз надо будет дом опеки, наверное, выбирать. Ресурсы нам принесли. И с этим мы можем много что, в теории. Но мало что на практике. Вот, вот надо было им взбунтоваться. Не желают они работать много. Что ж они так быстро болеют, а? Ха-ха, осталось времени 5 дней. Что он там думает? Отдыхать они не хотят. Что? А, привет. Еще одна группа. На пути давно прибывшие встретили заблудших инженеров и привели их с собой в город. Они принесли неучительные вести. Когда мы покинули Лондон на кораблях,
отбитых у лордов, то слышали приказ лорда Крейвена стрелять по нам. Надо держаться вместе. Что если он последует за нами сюда? Понятно. Где ж мне вас всех селить-то? Раз. Так, еще раз. Технология, правый центр. Ну, в принципе, да. Можно и, насколько я вижу, в одну линию поставить. Два. Ой. Три. Четыре. Нужно больше народу. 15, 30. Может, не хватает, но ничего страшного. Может даже так, кстати. А нет, уже как раз таки вообще блин над собой про этот момент. Это пункт? Минское обслуживание? А, ну да, конечно. Стоп, а зачем я? Блин, мне нужно всего три домика. Оп, не тратим лишний раз. Нет. По идее, так должно подойти. Хитить. Забыл кое-что. Придется опять переделывать. Мастерскую увидел и вспомнил, что у нас же инженеры сейчас в достатке. Поставим рядом. Дабы мне потом их не пришлось искать. Ну, кстати, действительно. Идем тут. Ставим палатку здесь. Правый центр вроде бы должен будет захватывать ее. До чего дошло? Что плохо дошло? Что у них опять не так? Блин, где свободных рабочих рук? Куда бы мы их приспособить? Уголь пока заполнен, это плюс. Новый дух холда — это минус. Может, действительно их все-таки снарядить в изгиб тропы? А, у нас, наверное, максимально, да. Больше нельзя разведчиков. А мне сейчас не до того. Мне необходимо улучшать генератор ради отопления. Так, инженеры. Вкалывать. Как не отбесит, а? Хорошо, санитарный пункт чуть улучшен. Улучшение генератора. Задубеют ведь. Задубеют. Тут болеют, и там болеют. Один смотри, ты ёбарсы, сколько их. Ну, в принципе, еще, наверное, один пункт обеспечения больных можно будет возвести, где он тут. Ну, а как они задубеют или выживут, узнаем, опять же, позже. На этом пока что все.